Да подождите! Уже закончили. Тетя сильно страдала, поэтому ушло так много времени. Мой сыночек умер. Избавьте меня от этих страшных воспоминаний, прошу вас. Способность человека забывать позволяет писать ему свою историю жизни. Я не беру денег, но зато забираю ваши воспоминания. На этот раз, знаете, на этот раз научно-фантастический рассказ с элементами детектива. Хочешь сказать, что ты рисуешь свои воспоминания? Помнишь, мы ходили в зоопарк? А скажите, есть кто-нибудь еще с такими же способностями, как у вас? Я могу восстанавливать память. Но если проследить источник воспоминаний, то, я думаю, можно найти ключ к разгадке. Совсем не обязательно, что все то, что чувствуете и видите вы, абсолютно так же воспринимается и другими людьми.